Это вот все железо на усадьбе Павла было Лапкина. Сейчас где Никита находится. Это все один человек делал. Даже не верится. Это вот разбирали сегодня из-под крапивы, только набрали. Где-то на забор маленько было. Вот сколько. Это малая часть. И какие толщины. По четверти почти. Это горбыль называется. Ну да. Это все один носил. И зеленый змей все погубил. Вот заброшенное, разваленное. И вот сейчас сколько бьемся, выносят уже тележки 4, наверное, увезли, нагруженные. Это все здесь, вот все внутри гнило. Ну, видимо, рассчитывал на больше. Встречаем где-то еще-то нужное немного. Вот тут кое-как пробились. Ой-ой-ой, это телеграфный столб у него пропитанный. Вот это вот проволока, это восьмерка. Это сетка загорожена. Там Володя пытается оторвать, убрать. Я вот тут крапиву пробил. Фактически с трех сторон. Вот эту сторону прошел. Вот эту все выкапывая. Ее с корнем. И вот эту прошел. Это за прошлый раз. Вот как раз тут ураган тут. Вот осталось еще тут крапива, конопля, лебеда. Сергей Пупков носит вот в эти двери. Это, видимо, мастерскую готовил Павел. Так оно стоит. А это вот мы придумали так, траву никуда не уносить, не увозить, а из нее четырехугольные кубы делать. И на ней арбузы, дыни. Что интересно, рядом куры все разгребают, а это не трогают. Не трогают? Ну а высота-то тут меньше метра. Вот сейчас он носит сюда, Сергей, вокруг все уже обложил. А так с корнем вот я копал. С корнем крапиву. Это крапива, она такая патогеничная. Эти ушли Никита с Нестором и с Колей Серегиным. Мальчики возят. Работы каждый день. Тем более 10 лет беспризорная усадьба была. Та 13 лет была, где Володя. Там все практически привели в порядок. А тут никак руки не доходили. Вот мы сегодня 8 августа 2017 года. Во вторник. Вот здесь как раз и орудуем. И никак по-другому. Дорожка только была одна. А теперь пробиваем, чтобы лишнее убрать. Не только дорожка, а видно было. Володя там выдергай. Сетка рабится. Я вез ее, как-то купил. Полный КАМАЗ. Мне помогли. Добрые люди, когда я в Америке выступал. Пошел, да? Ну и я в подъезде прямо только въезжать в подстёпную. Там глубокий, ага. Не овраг, а кювет. И скользкая была очень дорога. До километров 30 шли. Он пошел юзом-юзом и вниз и опрокинулся. Я говорил уже. А потом я сетку все-таки собрали. Мы там наняли копнитель такой. Он поднимал. Ложил. Ну, такое дело. Не помню, как мы рассчитывались. Привезли. Это вот все после бури. Ветлины около Барверины. Сегодня тоже привезли.
Привезли сваи. Сваи. Вот они лежат. Лишние где-то 6. Ну, больше 10 оставались. Это все, что у нас осталось. Вот погода сегодня такая сумрачная. Съемки можно за деньги. Это Белоруссия, оккупация, там немцы, русские были, где вот такое все осталось. Что такое? А? Пружинку Сергей Павлович сделал. Ну, сделай. Надо дальше. Пружинку найти. Все время открытая дверь. Еще не сделаешь. О, идут. Никитина команда. Нестор, Коля сзади. Отвозят уже. Сейчас я не знаю, сколько тележек. Это у нас тут есть бывшая силосная яма. Туда. Ну, убрать гнилье ненужное, соржавленное, открываем. Сколько раз сходили? 4, наверное? 6. А? Наверное, был 6 раз уже. А там что-то, Володя. Гуси зашли, оправляются на колесо много. Шарик, наверное, вырвался, все-таки прогнал гусей. А я урагана вожу по утрам, а гуси окружают и гогочат. Люблю гусей. Ну что, завозите тележку-то, нагружайте, успевайте. Потом игрушку закончите. Подвози быстрее. Дядя Никита сказал, он сейчас посмотрит, есть ли там еще что-то. Давайте. Не нужно, лишнее там, где лопата стоит, выбирайте все. Смотри, облепиху не тронь. Прямо почти на проходе растет облепиха. Так. Вот так. Сибирская красавица. Давай. Это что, гриб? Так, нагружайте. Ненужные, которые ведра, вот эти пустые, не трогать, они все сгодятся. А вон там куча, смотри, какая там лежит. Оттуда выбирайте все. Сережа, а тут я еще уходил, пока конопля росла. Куда ты делаю? А, да вот у тебя под ногами. Вытащи, поставь ее, какая она будет. Ну-ка. Это конопля такая. Вот она. Это еще сколько 3, выше там? 3,5 где-то, наверное. А? 3,5 метра. Вот так. А ну-ка вон туда пойдем посмотрим. Та еще выше. Та еще выше, да? Так мы убрали сколько ее. Тут каждую осень наплыв любителей конопляного семени. А ну-ка подойди к ней. Это все уничтожаем. О! Она на бугорке, та выше. А пышная-то какая она. Что ты делаешь, а? Вертлящий. Сергей ее все выдрал. Поверг.
к ногам победителей. Так, а что стоите-то? Ну, положите лешку-то на пол-то и начинайте скорее выбирать ненужное. Ее сейчас держать-то не надо. Вы наперед нагружайте сначала, а потом уже держать можно. Посмотри, сколько всего. Вот тут сетка рабится. Володя попросил попробовать прокосить. Там только не это, в столб не вор... Не, чтобы не погнуть литовку. А потом заберут. Ну прямо не вырвешь никак траву. Тут мы в основном все выбрали. Крапивы тут дурной нету. Только двудомная. Она легкая. Смотри, там столб, около столба аккуратно. Не врежься в нее. Ну, другой сейчас на место. Молотка плохая. А? Жгучая тоже. Крапива жгучая, вот. Жгучая, там кусик чуть-чуть где-то. Я оставь ее, я сейчас подойду. Выкопаю лопатой. Вот еще где есть, обойдешь. Подходи. Вот сколько под землей. Мешки и прочее. Вот так обиходят старое брошенное. Это отпускается, кажется, 20% разломать какое-то здание. Ну, 5% не знаю. Сейчас уже не знаю. Ну да, отрываю ее. Я пытался руками. Вот это все, что вокруг, это я руками прошел и... Руки ничего не чувствуют. Встань, держи, где положено. Чего ты со стороны все время лепишься? Рычага-то нет. И притом все время тебя кто-то заманывает на эту сторону. Держаться только за ручки. Только отвернусь, уже сбоку стоит. Еще не верят в нечистую силу. А кто же учит-то так? Наоборот, все делать. Если человек что попало делать, да какая-то вера-то. Никакой веры там и нету. У верующего все благообразно, целесообразно, по любви к Богу. Вот Сергей Павлович сейчас вручную пробирается здесь. Смотри аккуратно, на тебя идет Володя. Далеко еще, далеко. Ты можешь пока носить, Володя, слышь, он до тебя докопается сейчас, допилится. Дойдет. В самом добром смысле. Вот они трое накладывают, ищут, что не нужно. Хорошо проверьте, где есть. Даже под ногой где-то чувствуешь где-то. Давайте, ребята. Это Никитина. Никитин, говорю, Володина усадьба. А там моя голубятня номер один. Вот она какая высокая. Мастерская. Все работают как. Представь, сколько Сергей Упков. Куча-куча все это. Только вот заброшенный здесь коровник был, видать, для коров. И сколько мы здесь? 4 мужика и 2 ребятишек. И, наверное, если я так, в общем-то, взять, тут дня 3, и все еще не кончено. Все абсолютно здесь. Столбы выкапывать надо, сгнившие, вывозить. И только-только так поверхностная, черновая работа еще.